Юным посетителям Центрального парка отдыха города Видное предложили принять участие в мастер-классе по созданию брошек из фетра и браслетов из бумаги. И выворачиваем наизнанку. Так. Вот, отличненько. Ребята явно были увлечены процессом, резали, клеили и примеряли новые украшения. Некоторые справлялись с работой быстрее, ведь для них это не в новинку. Ну, я раньше занималась вот этими поделками, а потом перестала, потому что мы переехали. Интересно, я давно в поделок не делала. Проводили мастер-класс сотрудники культурно-массового отдела парка. Они рассказывали гостям о символе Дня семьи, любви и верности – ромашке. Занятия на свежем воздухе начались в парке неделю назад. Материалы для мастер-классов сотрудники готовят заранее, чтобы сделать процесс максимально безопасным. Все материалы обрабатываются защитным составом. Все сотрудники парка, соответственно, протестированы на ковид или на антитела. Все находимся, как видите, в масках, в защитных перчатках. Все занятия проводятся бесплатно. Новые мастер-классы будут анонсированы в социальных сетях парка отдыха города Видное. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.